Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Үкімет отырысының қорытындысына арналған баспасөз конференциясына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыптары алғашқы 9 ай бойынша әлеуметтік экономикалық дамуы және биылғы 9 айдың ішіндегі мемлекеттік бюджетін откару нәтижелері. Уважаемые коллеги, сегодня у нас в гостях министр национальной экономики Бишимбаев Куандык Валиханович, а также министр финансов Султанов Бахыт Турлыханович. Тема сегодняшней пресс-конференции – социально-экономическое развитие Республики Казахстан за 9 месяцев, а также итоги исполнения государственного бюджета за 9 месяцев текущего года. Пожалуйста, первый вопрос. Слушаем вас. Представьтесь. Евгений Федотов, Казинформ. У меня вопрос министру национальной экономики. В ходе заседания вы сказали о том, что рост ВВП продолжается по результатам года, да? Можно ли говорить о том, что казахстанская экономика адаптировалась к новым условиям? И вот можно акцентировать, за счет чего обеспечен положительный рост в экономике? Спасибо. Мы действительно считаем, что самый сложный период для казахстанской экономики, наверное, был пройден. Он, по нашим оценкам, проходил в первом квартале 2016 года. Вот в тот период были самые низкие цены на нефть. Потом последствия перехода к свободно плавающему валютному курсу, который был окончательно завершен уже в сентябре-октябре 2015 года, вот мы начали их видеть. И, конечно, это потребовало адаптации со стороны предприятий, национальных компаний, малого и среднего бизнеса. И начиная с июня идет последовательный рост экономики, то есть первое полугодие 0,1 рост, июль 0,2, август 0,3, и за сентябрь месяц мы за 9 месяцев видим 0,4. То есть каждый месяц экономика прибавляет 0,1. Об основных факторах я сказал. В целом, конечно, конъюнктура выправилась на основные экспортные товары Казахстана. То есть вы знаете, что цены на нефть после решение ОПЕК о том, что они готовы рассматривать сокращение добычи, лимитирование добычи. Цены превысили $51 США за баррель. Также по основным таким товарам, как железная руда, тоже ценовая конъюнктура выправляется. Рекордный урожай в сельском хозяйстве благодаря погодным условиям был собран. И большой фактор, конечно, оказывает именно инфраструктурная программа, которая была принята по инициативе главы государства, это программа «Нурлыжов», и антикризисный план правительства и Национального банка. В совокупности в 2016 году общий объем средств, которые государство и квазигосударственный сектор инвестировал в экономику, он по плану составляет почти 1,8 триллиона тенге. То есть это почти 4% экономики, 4% ВВП, 4% экономики. И вот в рамках доклада, который мы озвучили на заседании правительства, из совокупного объема инвестиций в основной капитал свыше 5 триллионов тенге, почти 39% это средства, которые предусмотрены в рамках Нурлыжов и антикризисного плана. Поэтому вот эти вот внешние и внутренние факторы, о которых я сейчас сказал, были главными факторами, способствующими восстановлению экономической активности и выходу на такой ежемесячный устойчивый прирост экономики. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте. Наталья Буланова, «Казахстанская правда». У меня вопрос к министру национальной экономики. Куандык Валиханович, вы отметили, что по итогам 9 месяцев текущего года наблюдается существенный рост инвестиций в сельское хозяйство. На ваш взгляд, с чем связано такое внимание инвесторов именно к этой сфере? Спасибо. Но в целом сельское хозяйство для Казахстана достаточно перспективная отрасль. Я думаю, что здесь сыграло несколько вещей. Во-первых, у нас действительно есть все конкурентные и сравнительные преимущества. Это как бы база. То есть у нас есть достаточное количество земель, пашень, пастбищ и так далее. Кроме того, программа «Агробизнес», которая последовательно реализуется, несмотря на все сложные годы, достаточно большой объем государственной поддержки в сельское хозяйство. И в первую очередь тем предприятиям и инвесторам, которые вкладывают в переработку сельскохозяйственной продукции, вкладывают в развитие животноводства. Вы знаете, это такое целенаправленное направление внутри агробизнеса, в растениеводство. То есть сегодня достаточно широкое, скажем так, широкий интерес вызывает уже сферы за пределами зерновых культур. Особый интерес вызывает масличные культуры. Я также увязываю это с тем, что благодаря последним договоренностям главы государства в сентябре открывается китайский рынок для казахстанских товаров.
уже по многим товарам, в том числе по маслу, продукции масложировой отрасли, проведены инспекции соответствующих государственных органов Китайской Народной Республики, и доступ, технические барьеры, которые мешали, условно говоря, поставлять казахстанскую продукцию туда, они начинают сниматься. И это вызывает, конечно, когда наши предприятия получают доступ к такому большому рынку, это, соответственно, вызывает инвестиционный интерес, то есть становится привлекательно вкладывать в эту отрасль. И еще один немаловажный фактор – это все-таки санкции, которые приняла Российская Федерация в отношении товаров из Европейского Союза и ряда стран. Они связаны с тем, что большая ниша на российском рынке открылась для сельхозпродуктов и продуктов питания. И, соответственно, эту нишу занимают как российские производители, так и казахстанские производители. Поэтому в совокупности все эти факторы, государственная поддержка, внешние факторы, связанные с новыми рынками России, Китая, там снятие всех барьеров, которые последовательно проводят, согласование всех технических барьеров, то есть устранение всех технических барьеров, принятие единых технических норм и требований на пространстве Евразийского экономического сообщества, снижение тарифов по железнодорожным грузам, то есть теперь мы возим наши грузы по территории России по тем же тарифам, что и российские грузоотправители. Аналогично, и они также имеют равный доступ теперь к нашей транспортной и другой сети. Все эти факторы повышают привлекательность сельскохозяйственной отрасли, потому что базовые продукты питания – это основной, скажем такой, это тот рынок, который никогда не сокращается. Мы все каждый день потребляем продовольствие. Қаржы министріне мемлекеттік сатып алуларға байланысты қазіргі заманда дау-дамай өте көп. Жаңа заңға сәйкес, мемлекеттік сатып алуларға байланысты жаңа заңға сәйкес. Жаңа мемлекеттік сатып алулардың ашықтығы, объективтілігі, уақытылы өткізілуі қалай қамтамасыз етіліп отыр? Және ол нормалар сақталып отыр ма? Қазақпарат халықаралық агенттігінен. Рахмет. Шынымен мемлекеттік сатып алу заңы осы жылдың бірінші қаңтарынан бастап жаңа редакциясында жұмыс істеп келе жатыр. Біраз өзгерістер, біраз новеллалар бұл жүйенің біріншіден ашықтығын, екіншіден бәсекелестікті арттыру үшін бағытталған. Ең біріншіден бүгін күні барлық сатып алу процестері, сатып алу жоспарын құру, ары қарай іске асыру, мына конкурстарды өткізу, оның бәрі портал ретінде электрондық түрде және келесі мына келісімшарттарды қол қою, оның бәрі электрондық түрде өткізіледі. Оның бәрі ашық, бүгін осыған арнайы портал ашылған, барлық процестер сол порталдан көре аласыздар. Екіншіден біз біраз новеллалар енгізілген бүгінгі заңнамада, мысалы үшін мына потенциальный поставщик деген конкурсқа қатысушылар, олар деген алдын ала конкурстық документациямен таныса алады, әдейі соған арнайы біраз уақыт беріледі. Сондықтан нарық, кәсіпкерлер алдын ала сатып алушы мемлекеттік органдармен құжаттаманы түзетуге мүмкіншілігі бар. Сондықтан осындай ұсыныстарды бере алады. Ары қарай конкурс кезінде барлық конкурс процесі ашық болады. Сондықтан біз арнайы біраз жақсы новеллалар енгіздік. Енді бұрынғыдай олай ешкімге білдіртпей, түсіндірмей деген мына конкурстан ешкімді шығаруға мүмкіндік ондай жоқ. Және де біз қосымша осы заңмен бірге бірінші қаңтардан бастап жаңа заң, мемлекеттік аудит туралы заң іске асырылып жатыр, бүгін жұмыс істеп келе жатыр. Оның ішінде ең маңызды бір блогы ол камералдық контроль дейді, камералдық бақылау. Бүгінгі күні осы объектке шықпай жаңа портал арқылы, жаңа айттым ғой, барлық қазір процестер электрондық түрде өтетін арқасында біз мына объектілерге шықпай, біздің тиісті комитеті барлық бақылау жұмысты камералық түрде жүргізіп отыр. Сондықтан бүгінгі күні 375 миллиард теңгеге бұзушылықтар
мемлекеттік органдардан осындай жұмыс арқылы белгіленді. Барлық конкурстық документация конкурсты ретке келтіріп, сол айтып отырып, бұның нәтижесінде бүгін әр конкурске бұлай орташа есептегенде бұрын 2-2.5-3 қатысушы болса, бүгін 5-ке жақындап қалды. Рахмет. Рахмет. Келесі сұрақ Егемен. Саламатсыздар ма? Сұрағым ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаевқа. 9 айда мемлекет қаражат есебінен 617,2 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді дедіңіз. Ал енді бұл көрсеткіш жыл соңына дейін қанша есе артпақ? Осы жөнінде айтсаңыз. Біздің есебіміз бойынша сіздің мәліметіңіз дұрыс. Тағы да 300 мыңдай шаршы метр тұрғын үйді қосылады жылдың соңына дейін. Ол біздің есебіміз, өйткені қазір Байтерек атқарушы холдинга арқылы атқарылып жатқан тұрғын үй бағдарлама әлі толық үйлер эксплуатацияға берілмеген. Соңғы айларда октябрь, қараша айында, желтоқсан айларында қосымша 300 мың шаршы метр кем емес мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын және ұлттық қордан қаржыландырылатын тұрғын үйлер қосымша берілетін болады. Спасибо. Басимис, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос к Кондику Валихановичу. Кондик Валиханович, в своем выступлении вы отметили, что будут вноситься коррективы в программу «Дорожная карта занятости» и ДКБ. А не могли бы вы рассказать поподробнее, в какой части это будут изменения, насколько они затронут интересы потенциальных участников, цена может быть вопроса. И второй вопрос к вам, министр финансов, уважаемый. Вчера в Генпрокуратуре была одна из главных тем, это вывод денег, капиталов из Казахстана. Назывались разные суммы и... Там же отмечалось, и вы тоже говорили, что если по правилам легализации, если, скажем, легализованные средства, есть подозрение, что они заработаны нечестным путем, там, либо еще какие-то там криминальные происхождения, то в этом случае может быть отменено решение об амнистии этого капитала. Да? То есть, вот, есть ли такие прецеденты сейчас? Можете рассказать? Спасибо. Разрешите коротко прокомментировать. Мы действительно недавно на рассмотрение премьер-министра во исполнение поручения президента представили совместно с Министерством здравоохранения, Министерством образования, холдингом «Казагра», холдингом «Байтерек» и рядом других органов государственной, новые подходы к реализации дорожной карты занятости. Могу только сказать сейчас общие контуры, потому что предварительно концепция была одобрена, но, однако, мы ее должны еще дальше согласовать. Наверное, главный упор в качестве исполнения тех поручений президента, остановлюсь на двух главных. Это продуктивная занятость, то, о чем говорит глава государства, и массовое предпринимательство. То есть в массовом предпринимательстве мы хотим предложить внедрить более широкое распространение микрокредитования, активно вовлечь в это банковскую сферу, чтобы не микрокредиты, а кредиты для физических лиц на начало своего собственного бизнеса, ну или так называемые микрокредиты, государство взяло на себя поддержку этого направления не только в малых городах и малых городах, но и в крупных городах, потому что все-таки большая часть населения, она приезжает именно в крупные города, и именно здесь наибольшие возможности для создания своего собственного какого-то небольшого бизнеса. Поэтому это одна часть. В селах сейчас реализуется данное направление через холдинг «Казагра» и через по линии дорожной карты занятости микрокредитование селе. Одна из новелл – это сделать упор в соответствии с одобренными концепциями по развитию личных подсобных хозяйств и кооперации на селе. Это эту сферу захватить в рамках сельского микрокредитования. Второе очень важное направление – в рамках программы микрокредитования в селе предусмотреть средства для самых первых начинающих предпринимателей. То есть выделить отдельную подпрограмму с тем, чтобы вот тот, кто впервые на селе хочет заняться бизнесом, мог получить. Там будут небольшие суммы кредитов, потому что у него еще нет кредитной истории. То есть мы проанализировали для себя, в целом сделали опрос 5 типовых сел на базе комитета по статистике. Какие проблемы для начала бизнеса на селе у сельских жителей? К сожалению, выяснили, что всего лишь около 4% жителей на селе пользуются государственными программами поддержки. Более 40 из них сказали, что у них нет залогов для того, чтобы привлечь какие-то ресурсы и начать какой-то свой небольшой бизнес. Также очень многие отметили, что им для начала, для стартового капитала, то есть для тех, кто в первый раз начинает, у них как бы нет кредитной истории, поэтому к ним
есть, ну, как бы так, такая определенная осторожность у микрофинансовых организаций, когда они обращаются за стартовым криптом. Поэтому вот в этой программе, что касается микрокредитования, мы вот эти проблемы хотим адресовать. И есть уже определенные предложения. Мы более подробно предскажем. Что касается продуктивной занятости, то здесь у нас общий подход с Министерством образования. Мы считаем, что вообще занятость как таковая, она начинается с хорошего образования у людей. И поэтому проект главы государства, им предложено бесплатное профессионально-техническое образование. Мы хотим вот в рамках этой программы включить его в состав. И скажу основные цели. Мы для себя оценили, что у нас среди безработных и самозанятых в возрасте от 15 до 45 лет практически почти 550 тысяч человек не имеет базового профессионально-технического образования. То есть вообще нету рабочей профессии или какого-то среднего специального профессионально-технического образования. Задача постараться максимально дать им эту первичную рабочую специальность. Ежегодно 21 тысяча студентов, школьников после 9 и 11 класса выходят и никуда не поступают. То есть они не идут ни в вузы, ни в ПТУ, ТИПО и так далее, и так далее. То есть они пополняют армию этих людей без профессиональных навыков. Вот в рамках проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Во-первых, мы хотим вовлечь всех тех, кто выходит и не идет никуда не учиться. Мы считаем, что это, наверное, из самых социально неблагополучных семей дети, которые вынуждены идти и устраиваться на какую-то работу, чтобы получать какие-то деньги. Но не хотелось бы, чтобы у нас появлялись в обществе социальные аутсайдеры, которые вот навсегда не получили возможность, скажем так, получить образование и улучшить свои возможности для дополнительного дохода. Поэтому вот это основная идея. Во-первых, не пополнять армию таких людей, а во-вторых, предложить эффективные быстрые механизмы для того, чтобы ту накопленную массу людей без профтехобразования тоже вовлечь. И для этого мы предлагаем ряд новелл. Они будут очень тесно координироваться с НПП «Атамикен». Обязательное условие во всех этих программах мы хотим сделать дуальность, чтобы человек и учился, и одновременно сам предприниматель, заинтересованный в обучении, давал ему место у себя на практике. Вот вокруг этого мы сейчас строим эту программу, окончательно ее предложим. То, что касается вопросов сегодня проводимой акции по легализации, действительно, вы помните, что в декабре месяце прошлого года были внесены изменения, существенные изменения в действующий закон об амнистии капитала, который дал дополнительные меры защиты прав граждан, которые будут участвовать в акции легализации, в части дополнительных мер защиты от возможных преследований от правоохранительных органов, дополнительные меры гарантии. И они действительно сегодня позволяют нам существенно повысить интерес граждан к проводимой акции легализации вкупе с мерами, которые облегчили возможность сегодня. То есть можно просто показать на счете банка второго уровня и тут же снять на любые свои нужды. И это позволило сегодня уже нарастить объемы среднемесячных средств, которые зачисляются на банковские счета, более чем 200 миллиардов тенге. Мы ожидаем, что до конца года, мы сейчас на финишной прямой, будет еще дополнительный прирост этих средств. То, что касается ограничений, действительно, в законе об амнистии капитала есть ограничения, есть конкретно указанные виды правонарушений, которые не подлежат амнистированию в рамках легализации капитала. Это речь идет о преступлениях, связанных против человечества, например, торговлю людьми, средства, добытые там, от финансирования терроризма, экстремизма и так далее. И в том числе указаны, конечно же, и средства, полученные от коррупции. И на сегодняшний день каких-либо актов, когда доказано было, что по результатам коррупции эти средства были добыты, у нас не было. Ни в этой акции, ни в предыдущей акции не было. Но это говорит о том, что люди понимают четко, какие средства они могут легализовать и где у них есть конкретные права и конкретные гарантии. Спасибо. Спасибо. Тенгри Ньюс, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос к министру национальной экономики. Хотелось бы, Конак Валиханович, узнать. В своем докладе вы указали норму о рекламе, указанной в тенге. То есть хотелось бы уточнить, все-таки как получается это будет осуществляться и механизм привлечения к ответственности. То есть как вы будете наказывать, да, если реклама будет указана в долларах. Это первый вопрос. Второй вопрос по поводу расследования в отношении Министерства инвестиций. То есть комитет по
регулирующей этой монополии, которая находится под вашим ведомством, вчера сообщил, что проводится расследование по нарушению законодательства по конкуренции. Вот хотелось бы узнать, на каком этапе это расследование, может быть, уже кто-то привлечен. Спасибо. Давайте я сначала отвечу по расследованию. Работа только началась. Скажу так, что орган по защите конкуренции, он достаточно должен быть независим. И в этом смысле они исследуют сейчас вопросы, связанные, как было указано правильно в пресс-релизе, с принятием различных мер, документов, которые бы ставили одни предприятия в более привилегированное отношение по отношению к другим. Вы знаете, что мы стали членом комитета ОЭСР по конкуренции, то есть это признание странами ОЭСР там, высоких стандартов, которые были имплементированы в наше законодательство в 2015 году, о конкуренции, высоких стандартов и требований к защите конкуренции. Сейчас мы с новым законопроектом в парламенте. Поэтому надо дождаться результатов этой работы. Мы обязательно будем вас информировать. Но давать сейчас предварительные какие-то комментарии не хотелось бы, потому что это расследование, и оно требует выяснения более такого тщательного порядка. Что касается закона о рекламе, действительно, мы устанавливаем четкое требование, что вся стоимость товаров и услуг должна теперь устанавливаться исключительно в национальной валюте. Механизм штрафов и выявления таких вот нарушений, он будет регулироваться законом о торговой деятельности, под законами, о торговой деятельности, о рекламной деятельности и подзаконными актами на этом нацеленными. Компетенция местных исполнительных органов следить за тем, чтобы то, что касается рекламы наружной и так далее, все, что в их видении. Компетенция телеканалов следить за этим. И компетенция, соответственно, Министерства информации и коммуникации для того, чтобы все, что вот в СМИ появляется, в центральных, оно бы соответствовало закону. Механизм наказания за это, он предусмотрен в Кодексе об административных правонарушениях. Есть размеры штрафов, которые указаны в случае, если эти нормы не будут соблюдаться. Благодарю вас. Будут ли еще вопросы? Пожалуйста, слушаем вас. Хабар 24 телеарнасы. Менің сұрағым қаржы министрі Бақыт Тұрлыханұлына арналады. Жаңа отырыс барысында бірқатар облыстардың қаржы игерілмеу мәселесі көтерілген болатын. Нақты қай облыстарда қаржы игерілме, және де игерілмеген қаржы кері қайтарыла ма? Соны нақты айтып өтсеңіздер. Және де тағы да бір сұрақ. Елімізде осы жергілікті әкімдіктер жаңа мектептерді салу құрылысына қаржы жеткізе алмай жатыр екен. Және де жаңа Ерлан Сағадиев айтып өтті. Республикалық бюджеттен қаржы сұрады. Бұл мәселе қалай шешіледі болашақта? Рахмет. Біз енді ай сайын бұл мәселені үкіметтің жиналыстарында талқылаймыз. Әр облыспен бұл нақты проблемаларды тауып, олардың қалай шешуін, жолдарын табуға тырысамыз. Сондықтан бұл игерілмеген қаражат, бұл әлі игерілмеген деген. Өйткені барлық өңірлер жылдың аяғына дейін бұның барлығын игеріп бітіреміз, 100%-ын толық игереміз деген уәде беріп жатыр. Сол тиісті хаттамаларда өңірлерден келіп түсіп жатыр. Дегенмен проблемалар бар. Оның негізгі проблемалары мына барлық рәсімдерді уақытылы өткізбегендіктен. Мысалы, конкурстар, жаңа мен айтып өттім, 375 миллиард теңге біздің бақылау комитеті, аудит комитеті әртүрлі сатып алу процестерінде әртүрлі проблемаларды көріп, біраз конкурстарда документтерін өзгертіп, бірақ жалпы әділеттікке келтіріп, барлық кәсіпкерлердің құқықтарын қорғаған айтып өттім. Сондықтан бұларда әрине біраз проблемалар туындап, кішкене қаржыны уақытылы игеруге де өзінің әсерін беріп отыр. Және басқа да проблемалар болуы мүмкін, ауа райына байланысты, объективтік басқа да проблема болғандықтан әрине уақытылы игермегені. Бүгін біз жалпы 35 миллиардтай қаражат игермеген баяндадық. Оның ең ірілері мына біздің Астана мен Алматы қалалары, Шығыс Қазақстан облысы 4 миллиардтай, 2 миллиардтай оңтүстік Қазақстан облысы, басқа да облыстар, бірақ олардың бәрімен біз жұмыс істеп отырмыз. Қазіргі күні бюджетті, ағымдағы бюджеттің нақтылау кезінде қомақты қаражат қосымша бөлініп отыр, 589 миллиард теңге, оның барлығын қазір жылдың аяғына дейін барлық деңгейдегі бюджеттер оның бәрін игеру керек, бірақ біз бұл жұмысқа да дайынбыз.
өйткені алдын ала бюджетті игермей тұру, қабылдамай әлі парламентті талқылау кезінде де біз бұл жұмысты бастадық. Әр облыс өзінің шараларын біледі, әр бюджеттік әкімшілер оның барлығы 600-дей, бұлай есептеген кезде. Ол үшін біз тиісті осындай порталда әр мемлекеттік органдары өзінің кабинеттерін ашып, бақылау отырмыз. Сондықтан бүгінгіні экстраординарный жаңа конкурстар өткізу қажеті жоқ. Мысалы, 123 миллиард жаңа өңірлерге бөлінетін трансферттерден 28-і ғана жаңа конкурс өткізуін керек. Олардың 23-іне, яғни 80%-тен көп конкурстар уже өткізіліп қойылды. Жаңадан келесім сарттар қойылды, енді бұның бәрін арғары егеру процестері басталып атыр. Сондықтан жылдың аяғына де біз бірігіп, бәріміз 100%-ке жақын егеру сомасын көрсетуге тұрсатын боламыз. Рахмет. Соңғы сұрақ. Мектепте туралы біраз әрине әңгімелер, біраз ұсыныстар өңірлерден келіп жатыр, бірақ қазіргіні мына парламентте талқыланып жатқан бюджет жобасы, 3 жылдық бюджет жобасын келесі жылға біз 40 миллиард теңгедей қаражат көздеп отырмыз. Оның бәрін толтыру үшін қазіргіні тиісті мемлекеттік орган жергілікті органдармен бірігіп тізімін бекіту үшін жұмыс жасап жатыр. Рахмет. Здравствуйте, ЛС Смогулов. Господин Султанов, если мне не изменяет память, то на позапрошлом заседании правительства вы докладывали о том, что в регионах наблюдается катастрофическое недоосвоение выделенных бюджетных средств. И оставалось на тот момент всего порядка 60 рабочих дней до конца года. И, насколько я понимаю, сейчас ситуация выглядит уже намного лучше. В связи с этим вопрос, что за 2 недели в регионах сумели доосвоить миллиардные суммы? Действительно, огромные средства мы должны освоить. Я уже говорил, что 589 миллиардов дополнительных средств выделены в рамках уточнения бюджетов. Более половины это вот конкретные были поручения главы государства по обеспечению экономического роста и продуктивной занятости. Все меры мы заранее уже в ходе еще обсуждения проекта бюджета разложили с каждым администратором бюджетных программ на каждом уровне, как республиканский, так и местный. Я уже говорил, что есть портальная система. На портале госзакупок мы открыли каждому администратору бюджетных программ специальный кабинет, в котором четко каждый для себя зафиксировал порядка 600 новых мероприятий, каждый шаг. Объявление конкурса, подведение итогов конкурса, заключение договора, там, выплата авансового платежа и так далее, они по дням расписали. Мы сегодня мониторим это и докладываем на каждом заседании правительства. Поэтому благодаря такой работе, она с одной стороны системна, но и в ручном режиме мы каждый тенге стараемся освоить. Поэтому значительный прогресс есть, и мы ежедневно наблюдаем. Например, вчера мы, если перечислили 68 миллиардов тенге в регионы, то сегодня у нас еще 108 миллиардов будет перечислено, и каждый тенге, чтобы эффективно дошел до своего результата, мы будем обеспечивать совместно со всеми государственными органами. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем нашу работу. Благодарю вас за участие. До скорых встреч.